Это у нас такой спецвыпуск. Включение, к сожалению, не смогу сделать, потому что, скорее всего, будет тормозить интернет. Сегодня я могу сказать, что мы были на очень серьезной, такой очень важной встрече с головной компанией, поэтому сейчас, так скажем, в походных условиях. Да, коллеги, мы тоже очень рады. Тут в соседней комнате находятся все остальные члены правления. Видео я не буду включать, потому что, ну, скорее всего, будет интернет тормозить. Я постараюсь максимально емко описать то, что у нас произошло вообще за эти недели, потому что действительно в нашем проекте на сегодняшний день происходит просто огромное количество событий, друзья. В первую очередь я хотел бы, естественно, остановиться на том, на чем мы сфокусировали внимание и чего мы так долго с вами ожидали, друзья. Несмотря на то, что все уже на самом деле свершилось в сентябре и строительство началось еще в мае. Но до определенных событий, до определенных согласований на высшем уровне, на высшем государственном уровне нельзя даже было объявлять, что глобальный научный инновационный центр SkyWay будет реализовываться именно в Шарже. То есть вы помните, что мы, ну, коллеги, к сожалению, сейчас, так скажем, уже чекаут был сделан и принесли вебинар, потому что не знали, сколько продлится встреча с головной компанией. Вот. И если кому-то мешает музыка, ну, будет обязательно тезисирование, и все будет зафиксировано самое главное. Так что давайте не отвлекаться, несмотря на то, что фотография, я очень редко включаюсь чисто с фотографии. Такие условия, то есть на сегодняшний день походные условия. И я могу передать свою эмоцию, друзья, что вот это видео долгожданное, которое мы все увидели, это то, что мы на самом деле проходили уже в 2015 году, и мы достигли конкретный результат. Сейчас скорости значительно будут еще более высокие, друзья, потому что уже к апрелю 2019 года нам необходимо построить то, что Анатолий Эдуардович продекларировал в своем выступлении, в своем репортаже «Курс на восток». Это очень серьезная стратегия, и сейчас, слава богу, наконец-то свершилось, что мы видим первое вот такое небольшое окошко. Все помните, поставьте плюсики, кто помнит на самом деле, друзья, первый вебинар Анатолия Эдуардовича, когда он буквально в маленьком окошечке выступал и рассказывал про технологию. Это было еще в 2014 году. И неспроста, я думаю, что выбран был именно этот формат, когда строители записали этот репортаж. Анатолий Эдуардович держал микрофон буквально возле себя, потому что, ну, ничего именно в плане спецтехники, видеотехники не было на тот момент доступно, но этот момент необходимо было запечатлеть. И все работы, весь закуп стали, металла, и все начало проектирования тех подвижных составов, которые мы увидим уже в апреле 2019 года, на самом деле, друзья, все это было начато еще в мае 2018 года. То есть это очень серьезная проработка, которой предшествовали многочисленные переговоры, и это процесс, который длился фактически год, друзья. Потому что смотрели и присматривались к различным финансовым группировкам, командам, были выбраны наши стратегические партнеры, которые на сегодняшний день имеют общую компанию с головной компанией.
направленную на развитие технологий Skyway, направленную на развитие альтернативных источников энергии. В этой же логике делается и криптонаправление, и криптоплатформа, которой занимается головная компания, и мы как Skyway Capital, я лично как энтузиаст, который это направление одно время начинал, после 25 июня 2018 года не имеем никакого отношения. То есть, но это все взаимосвязанные процессы, друзья, синергия, которая дала нам вот эту территорию, фактически и 25 гектар, и 250 гектар можно держать в уме, потому что все это согласовано на высшем уровне. И сейчас мы можем говорить, что да, действительно, в Шарже, друзья, будет реализовываться научный, инновационный, мировой, не побоюсь этого слова, центр по технологии Skyway. Там же будет реализовываться строительство университета. И на самом деле, университета, я имею в виду уже для Skyway, на самом деле в университете Шарже, вы не представляете, друзья, обучается более 40 тысяч студентов с более чем 100 стран. Это как раз-таки тот регион и тот, я бы не сказал, эмират, а страна, которая действительно сможет подарить Skyway огромное количество специалистов, которые уже будут в будущем обучаться именно по струнным технологиям и именно по технологии Skyway. И, естественно, сейчас вот мы были на встрече в Минске и видели, как в конце рабочего дня, друзья, на самом деле... Так, коллеги, это не запись, это такие вот экстремальные условия, походные включения. Иногда у нас так бывает. Сейчас мы со всеми членами правления находимся в Минске после встречи с головной компанией. И, соответственно, друзья, действительно сейчас фактически, можно сказать, пиковых нагрузок достигла компания в плане... и всех сотрудников, и достаточно большое количество людей просто не справляется с работой, поэтому с ними приходится расставаться. Я говорю именно про головную компанию, про ЗАО «Струнные технологии», потому что та технология, которую мы все с вами развиваем, это совершенно инновационная технология, инновационный транспорт и необходимые специфические подходы. И, собственно, для реализации уже арабского направления будут привлекаться сотрудники и специалисты со всех стран мира. Вы видите здесь перерезание уже такой красной ленточки по открытию. Сейчас я повторюсь, буквально вот несколько недель назад мы наконец-то увидели это видео, которое было снято еще в сентябре. Многое на самом деле нельзя показывать, потому что было отснято количество огромное материала, но смонтирована где-то десятая часть. То, что можно было показать, друзья, на самом деле все показано. И Анатолий Эдуардович всегда следует принципу, чтобы мужик сказал, мужик сделал. И, соответственно, даже по выполнению подрядных работ, то есть замечается это Анатолием Эдуардовичем, что какие работы нужно направлять на такие-то подрядные организации. У нас есть, соответственно, генеральный директор компании Fast Building Contracting, то есть Амар Фана, он любезно предоставил нам интервью, и я могу сказать, что это достаточно серьезная организация, которая будет помогать в реализации мирового инновационного центра Skyway. И, собственно, в апреле 2019 года мы увидим, и уже не просто на словах, а увидим вот приближение тех золотых времен, которые продекларировал Павел Скойбеда. Вот вы видите этого профессионала своего дела, специалиста, который свел все контакты для того, чтобы это все закрутилось, буквально за руку провел Анатолия Эдуардовича. То есть были сделаны презентации просто на высшем уровне. О многих вещах мы услышали, но не имеем права говорить, допустим, каким образом была сделана презентация вообще шейху. То есть когда-нибудь эти фотографии попадут
в сеть, когда можно будет их показывать, но это сделано на мировом уровне, друзья, и так не был представлен ни один подвижной состав. То есть в Арабских Эмиратах был представлен измененный тип, именно подготовленный для отправки в Арабские Эмираты, типа Юникара, Юнибайк, соответственно, и все это было представлено высшим властям, и, собственно, было продекларировано, что да, мы хотим, чтобы это реализовывалось в арабском направлении, конкретно нашей стране. И вот помните все, как и технопарк, как начиналось строительство, 2015 год, обязательно сбросьте ссылку материала, когда можно просто быстро пролистать хронологию событий, как реализовывался и как строился экотехнопарк в Мариной Горке. Это начиналось с бурьяна, с заросшего танкового полигона. Здесь вы видите, соответственно, уже условия пустыни, пустое поле пустынное. И, собственно, уже, естественно, есть конкретные проекты. Я не буду останавливаться на данном вебинаре, но мы обязательно будем разбирать более подробно, какие объекты будут реализовываться и, соответственно, что будет создаваться, что мы увидим в апреле 2019 года. И, собственно, Анатолий Эдуардович, так же, как проходил непосредственно по экотехнопарку и гадали, кто-то сомневался, кто-то безоговорочно верил и еще больше стал голосовать, так скажем, рублем и привлекать инвестиции. Ну, собственно, здесь также планы, сжатый период времени, который необходимо реализовать, друзья. То есть это все мы видели, и мы видели, каким образом Юницкий с помощью собранной команды на тот момент, это было чуть больше, наверное, но меньше 50 человек, сейчас это фактически 700 человек, которые работают в ЗАО «Струнные технологии». И как действительно фактически с ничего образовалось то глобальное, те глобальные результаты, которые на сегодняшний день мы получили. И я не знаю, честно признаюсь, друзья, будет ли именно вот постоянные репортажи. Очень надеемся, что будут репортажи по строительству, потому что мы уже начали с Ольгой договорились вести хронологию, уже отсчитывая непосредственно со строительства мирового инновационного центра Skyway, который мы можем сейчас официально, торжественно объявить, что реализуется в Шарже, и не нужно уже гадать, что в Абу-Даби, в Дубае. Но, друзья, все проекты, которые начнут закручиваться уже после реализации первых участков именно мирового инновационного центра технологии, реализации технологии Skyway в Шарже, распространяться фактически на все Эмираты, и не побоюсь этого слова, на весь мир. Что касается Эмиратов, это будет, планируется, друзья, во-первых, десятки миллиардов долларов контракты, то есть об этом Анатолий Эдуардович говорил еще на Экофесте, что даже первичные авансовые платежи и наши стратегические партнеры неоднократно говорили о том, что вы только начните строить, начните реализовывать, и, собственно, уже вам поверят, и авансовыми платежами действительно теоретически возможно, потенциально сможет быть закрыто финансирование корневой технологии. Но, друзья, мы естественно живем в абсолютных реалиях, и сейчас мы надеемся только на свои силы реализации, то, что задумал Юницкий как стратег, как визионер, как идеолог, как человек, который задает вектор развития стратегии в ЗАО «Струнные технологии» и вообще всех фондов. Это касается и материнского фонда его, то есть мы как Skyway Capital все с вами, и Skyway Invest Group. Если говорить, друзья, про московский проект, то Юницкий развивает его еще с 2000-х
годов. И, собственно, сейчас вернулись к этому проекту. И, соответственно, это направление сейчас реализуется с помощью усилий, в том числе и Skyway Invest группы, Андрея Федоровича Ковратова. И мы, как фонды, решаем только о сотрудничестве, только о взаимодействии. Потому что сейчас мы уже постепенно подходим к новому периоду, к новому этапу. Я не могу сейчас конкретно сказать, о чем мы договорились с головной компанией, но, друзья, вам это понравится, потому что это новые продукты, это те адресные продукты, о которых мы не раз говорили. И поверьте мне, это все замыкается далеко не только на Швейцарии. Это те направления, которые мы вам неоднократно освещали. Это и Вьетнам, это и Эстония, это и про Африку. Сегодня вы услышите такие грандиозные новости, казалось бы, совпадения, но случайности в проекте Skyway, друзья, просто-напросто абсолютно не бывает. И в первом квартале 2019 года мы максимально постараемся запустить новые юридические финансовые продукты, которые позволят нам работать и взаимодействовать даже в США при запуске и реализации адресного продукта, касаемого адресных проектов США. Но, естественно, сейчас нам необходимо всем расти и развиваться. И то, что сейчас мы с вами, друзья, инициируем, все будет и отсеиваться, и фильтроваться. И, собственно, мы, как Skyway Capital, максимально это все будем фильтровать, чтобы максимально облегчать работу департамента адресных проектов. Кирилла Анатольевича Бадулина огромнейшая нагрузка сейчас лежит на нем. И, собственно, мы будем фильтровать встречи. Это касается и результата по питерскому направлению. Вы не представляете, какие процессы закручиваются. Это как дополнительное подспорье к московскому проекту. Друзья, Россия тоже постепенно, наконец-то, начинает просыпаться в плане развития технологии Skyway. И что-то мне подсказывает, что вообще параллельно континенты, страны. Вот 2018 год, это, можно сказать, такой этап демонстрации, сертификации уже реальных машин, реальной технологии. И что касается 2019 года, друзья, тут уже начнется не мелкой поступью, а крупными уверенными шагами движение по адресным проектам. И то, что вы видите на сегодняшний день именно в плане будущей реализации арабского проекта, естественно, возможно, не все, что вы видите на этой картинке. И это дорогого стоит, когда мы видим вектор, что будет построено на арабской территории непосредственно в Шарже. Это позволяет передавать информацию из уст в уста. И, друзья, я всех вас, всех нас с вами могу поздравить с этим великим событием, уже официальным объявлением начало стройки в виде видео. Передавайте этот материал абсолютно всем, потому что это действительно очень серьезный этап, друзья, к которому мы с вами подошли. И мы видим, на самом деле, уже по росту интереса, по росту привлечения инвестиций, насколько это важный и стратегический ход, и, собственно, действительно вектор развития головной компании. Друзья, это мы видим как члены правления по росту инвестиций. То есть на сегодняшний месяц мы выходим постепенно на очередные рекорды, которые не сопряжены и не связаны уже с такими событиями, как Экофест, как, допустим, какие-то дисконты, какие-то маркетинговые стимуляции. Сейчас наступает период, что маркетинговые стимуляции должны быть сопряжены с запуском реальных адресных проектов, которыми будут заниматься специальные подрядные организации, естественно, в первую очередь сама головная компания. Потому что время создания, когда можно было просто зарегистрировать компанию, к примеру, Skyway Нигерия, либо Skyway Австралия, и пытаться двигаться, оно было в 2014 году, и многим партнерам была открыта действительно дорога это развивать, но на сегодняшний день, как мы видим,
партнеры, которые начинали это дело, и было зарегистрировано множество компаний, сейчас не дошли до результата именно в конкретном строительстве и создании адресного направления, конкретных адресных продуктов. Вы не представляете, какую нагрузку сейчас несет юридический департамент. На встрече, на самом деле, с нами сидели еще и представители юридического отдела, и сейчас они, сохраняя репутацию головной компании, сохраняя репутацию нас, как фонда Skyway Capital, над этим работают, чтобы вот этот весь шлейф более 40 компаний, которые были созданы, убирать, нивелировать и, собственно, восстанавливать то юридическое равновесие, которое на сегодняшний день у нас с вами просто обязано быть, потому что мы вступили совершенно на другие грани, и, собственно, это видно с тех контрактов, которые были подписаны. Вы видели, что был развернут план непосредственно мирового инновационного центра технологии Skyway, непосредственно Анатолием Эдуардовичем, Павлом Скойбеда, и все наши арабские партнеры этот увидели, и на выставке, которая прошла, естественно, не просто так, все это произошло, подписание, но это держалось в строжайшем секрете, потому что мы допускали ошибки, утечки информации. На сегодняшний день мы просто не можем допускать подобных утечек. Друзья, я буквально вкратце на этом вебинаре останавливаюсь именно на этом серьезнейшем событии, настоящие вехи, которые мы ожидали, чтобы уложиться во временные рамки, во временные лимиты и перейти непосредственно к тому, что произошло в Африке, поездке нас с Владом, в результатах работы Октава, Жиля и всех кот-дивуарских партнеров. Это была очень интересная поездка, и, друзья, Кот-д'Ивуар действительно яро нуждается в технологии Skyway. Я не говорю о пробках, я говорю о таких факторах, как, допустим, с Абиджана. Это финансовая и стратегическая столица Кот-д'Ивуар. Перемещается груз 5000 часов и менее 500 километров расстояния с ценой за 1 килограмм $400. То есть просто проще на самом деле перемещаться пешком, и это сопряжено и с плохим качеством дорог, и, естественно, с огромным влиянием различных логистических, транспортных группировок, финансовых, местных элит, которые эти процессы на сегодняшний день контролируют. Естественно, и государство хочет исправить эту задачу, потому что у Кот-д'Ивуар просто огромнейший потенциал, друзья. Я могу сказать, кто не в курсе, это мировой экспортер какао-бобов. И они просто стоя действительно готовы были хлопать в ладоши. И перед конференцией могу сказать, что если это видео не попало еще в сеть, обязательно мы пустим полный зал, фактически 500-600, я, если честно, не знаю точную цифру, но был полный зал. Как обычно, стоячие места также были заняты, проскандировал наш слоган Skyway. То есть это люди, которые пришли на эту конференцию, и 25%, 20-25% было тех людей, которые слышали о проекте либо в первый раз, либо только недавно присоединились к движению Skyway. И, естественно, я могу сказать, что неспроста это было все проведено в Нигерии, неспроста это было все проведено в Кот-д'Ивуар, потому что эти регионы, эти страны, ну, если говорить непосредственно про Африку в целом, она растет в геометрической прогрессии, друзья. То есть вначале это приток один, потом резко в 3,5 раза больше, потом резко в 5 раз больше, в 10 раз больше. И потенциал этот раскрывается на сегодняшний день, когда мы максимально поддерживаем активность, которую начали наши лидеры. У нас появился новый такой, действительно, десант очень серьезный, то есть это Жиль Вебер,
Он сделал огромную работу именно по французскому направлению. Там и мне, и Владу пригодились очень знания иностранного языка в виде французского языка, потому что все переговоры там были на французском языке, друзья. Собственно, поставьте плюсики, кто видел репортажи, то есть уже на телевидении на нигерийском Африка 24 есть интервью меня, я там сказал такие вот слова на французском, как посыл Кот-д'Ивуар, Влада по технической части, по реализации будущих адресных проектов. Октав это просто вообще замечательно выступил, как истинный дипломат, истинный, не побоюсь этого слова, лоббист технологии Skyway среди представителей министерств, среди чиновников, потому что до конференции, на самом деле, друзья, у нас вообще, в принципе, встреча началась сразу с корабля на бал и буквально с самолета. Мы с Владом, даже не перекусив, стали обсуждать дальнейшие движения по следующим дням, и мы были очень сильно довольны, насколько плотный график предстоял нам к работе. И буквально на следующий день была организована очень серьезная встреча. Это VIP и инвесторы, и чиновники там были, то есть Wealth Ministry, то есть это именно Министерство благосостояния, если не ошибаюсь, по названию этого министерства. Естественно, Министерство транспорта, естественно, по адресным проектам, по морским портам был огромный интерес. Задавали вопросы по грузовому направлению. Но, друзья, на той встрече не родился конкретный адресный проект. И на самом деле уже после конференции мы с Владом были уверены, что работа выстраивалась именно в плане повышения привлечения инвестиций в этом регионе. Собственно, уже начали расстраиваться, что вернемся без адресного проекта. Но не тут-то было. На самом деле произошло настоящее чудо, но случайности абсолютно не случайны в нашем проекте, друзья, потому что притягиваются всегда нужные люди и отсеиваются ненужные люди. И в арабском направлении Анатолий Эдуардович тоже поведал нам истории, когда хотели закрыть вроде как и стратегическими инвесторами, когда уже начинала работать команда текущих наших партнеров, и, собственно, возникали различные ситуации, которые проверяли ЗАО «Струнные технологии», проверяли лично Анатолия Эдуардовича Юницкого, подвергнется он этому соблазну или нет. Все психологические проверки это были, не проверки, друзья. Происходили определенные события. И мы доказали профпригодность, мы доказали абсолютную приверженность по отношениям с нашими стратегическими партнерами, которые, собственно, проработали огромное количество адресных проектов на те десятки миллиардов долларов, про которые мы говорим. Вот вы как раз на слайде видите выступление. Кстати, вот очень интересные и, возможно, в системе будущих вводных технико-экономических вебинаров сможет наш переводчик участвовать. Огромное количество людей сразу заинтересовались технологией. Это и охрана, которая нам понадобилась очень серьезно в городе, потому что, ну, вы понимаете, Африка и как относится к белому человеку. То есть нужна определенная безопасность, которую, естественно, мы соблюдали. Собственно, все охранники, все переводчики заинтересовались технологией Skyway. На встрече с потенциальными инициаторами адресных проектов, с потенциальными лоббистами, друзья, ну, собственно, вот эта VIP-встреча дала результат, что это потенциальные инвесторы, крупные, средние инвесторы, то есть они хотят инвестировать в это направление. Но у нас была задача другая, то есть мы подготовили таким образом эту VIP-встречу, чтобы все-таки обсуждать адресные проекты.
привлечение инвестиций это тоже всегда хорошо, друзья, потому что я могу сказать, что никто не ожидал такого результата от конференции, который мы получили. Это не касается СМИ, друзья. Это не касается, кстати, вот телевидения и так далее. Это абсолютно на добровольных началах, без предварительных оплат, договоренностей, что неимоверно радует и показывает интерес региона именно к технологии Skyway. И вот вы видите пустой зал. Это за день до конференции. В стори, в Instagram я, так скажем, задавал вопрос, а будет ли этот зал полностью наполнен. И я могу сказать, что различные мнения были и у наших партнеров тоже, но после нигерийской конференции я был абсолютно безоговорочно уверен, друзья, что зал будет полон. И вот настал день конференции, соответственно, зал действительно абсолютно полный, 500-600 человек, которые, у них, естественно, такой специфический менталитет, у них свое восприятие у африканцев, они намного ближе к природе, им намного ближе экологические вопросы, экологические задачи, которые решает технология Skyway, технические вопросы, и они, собственно, перед конференцией также встали и даже по своим обычаям помолились за технологию Skyway, те, кто уже участвует в проекте Skyway. И, собственно, я могу сказать, что конференция была выстроена просто идеальным образом. Результат уже по приходам инвестиций отображается, мы его видим. Вначале Влад выступил с технической частью, то есть это техника экономическое обоснование технологии Skyway. И далее, собственно, изучив уже конъюнктуру рынка, изучив те задачи, которые они для себя определили и в плане транспорта, и в плане развития инфраструктуры, уже вещал я, как говорится, не по презентации. И далее мы ответили на все вопросы. Было вопросов, ну, наверное, чуть больше 10. И были пожелания, и пожелания лично Анатолию Эдуардовичу Юницкому, чтобы доделать этот проект, что он нужен в Кот-д'Ивуар, он нужен Африке. И действительно, это показывает просто огромнейший интерес. Я не исключаю, друзья, что в 2019 году, вот в декабре будет следующая конференция во Вьетнаме, даже боюсь представить, сколько там будет человек, но в 2019 году мы будем собирать еще большие залы и настаивать, чтобы те люди, которые присутствовали на конференциях, для оптимизации непосредственно расходов по конференциям, присутствовали уже онлайн и дали дорогу тем людям, которые хотят от спикеров услышать новости, и сфотографироваться, задать вопросы, естественно, и получить именно такой face-to-face заряд. Что могу сказать, друзья, мы над этим будем работать. Естественно, перевод, он не передавал тех эмоций, которые мы с Владом посылали. То есть мы будем формировать команду непосредственно и по французскому направлению. Вот с конференции Кот-д'Ивуар я могу сказать, что сейчас французский язык — это не только Бельгия, не только Франция, частично Нидерланды и так далее, но и это Кот-д'Ивуар. И мы видели эту историю, друзья, как начиналась у нас развиваться Словакия, то есть небольшая страна, чуть больше 7 миллионов людей. Что касается Абиджана, столица Кот-д'Ивуар, чуть больше 4 миллионов людей, и также примерно 7 миллионов людей, это вся страна. И там начала добываться 2,5 года назад нефть, сейчас это регион с огромнейшим потенциалом. Вот позади нас вы видите основную такую водную транспортную магистраль, это их река. И, собственно, могу чуть-чуть предвосхищая сказать, что у нас проект все-таки родился.
И это произошло просто случайно, как это обычно бывает в нашем проекте, как произошла инвестиция на сегодняшний день. Вот общались с Андреем Федоровичем Ковратовым, поздравлял его с днем рождения. Очень долго по Вайберу попереписывались. И, собственно, я вспомнил после общения, что действительно он своими силами привлек инвестицию просто в житейской ситуации на пробежке в Таиланде, рассказав о проекте $339 000. На сегодняшний день, насколько мне известно, этот рекорд от одного человека, я не говорю про группы людей, я не говорю про юридические лица, он пока что не побит. И вот вы видите, это необычный мост на фотографии. Это мост, который совмещен с метро. Таких мостов три, если не ошибаюсь, в Абиджане. Их, естественно, строила государственная транспортная компания, в том числе от части. И нагрузки, которые выдерживает этот мост, это, естественно, мост с температурными швами, то есть традиционный мост, также и мосты, естественно. Мы чуть попозже предложим уже нашим новоиспеченным потенциальным партнерам. Почему я говорю потенциальным, друзья? Потому что на самом деле, так, это не запись, друзья. Это не запись, это мое живое выступление. То есть это абсолютно не запись. Это идет онлайн. Просто на сегодняшний день я не включаю видеотрансляцию, потому что сигнал может барахлить. Мы сейчас находимся в походных условиях. И вот этот мост, он совмещен с метро. То есть наверху вы видите пешеходную часть, автомобильную часть транспортировок, и вот эту вот массивную часть, там перемещается уже абиджанское метро. И те нагрузки, которые выдерживает мост, повторюсь, друзья, не справляются с потоком. То есть есть определенные потребности. И вообще, как бы непосредственно, если говорить про задачи, которые мы ставим непосредственно по родившемуся адресному проекту, то это перемещение примерно 20 тысяч пассажиров в день как минимум. Это примерные первичные прикидки. И расскажу, друзья, историю, которая действительно произошла. Ее можно сравнить вот с той пробежкой, на которой был Андрей Федорович Ковратов. И, собственно, мы едем с Октавом в его автомобиле. Рено очень хороший, хороший, замечательный в автомобиль французский. Ну, кстати, Кот-д'Ивуар, Абиджан, ну, к Франции относятся как бы таким образом, что все-таки Кот-д'Ивуар — это французская колония. Определенную долю именно цивилизации, естественно, Франция оставила. Я могу сказать, что Африка — это уже не Азия, то есть это не такие трущобы, даже трущобы там абсолютно цивилизованы. И мы увидели в окно, после различных встреч, заехали к Октаву в офис. Октав сейчас активно работает основную свою часть времени именно в проекте Skyway, и также совмещал со страховой деятельностью. Вот огромные выходы, поэтому и чиновников организовал VIP-встречу. Видим, что проезжает Lamborghini. То есть тот, кто знает, что это за марка, модель Lamborghini, напишите в чат, то есть я не разбирался, честно говоря. Единственная мысль, которая у нас возникла с Владом в голове, что нужно с этим человеком познакомиться, потому что наверняка в Абиджане не так много людей, которые имеют Lamborghini. Этот человек, наш потенциальный партнер, оказался, друзья, внимание, владельцем компании, которая занимается созданием опор, созданием металлоконструкций. То есть он ждет сейчас и получил буквально вчера описание проекта, то есть это черновое такое описание проекта, прикидки. Мы эту фильтрацию сейчас на самом деле запустили и успешно осуществляем для максимальной разгрузки департамента адресных проектов. И, собственно, он сказал, что я знаю, как реализовывать, потому что этим занимаюсь. И где вы были вообще раньше,
потому что тут и железнодорожный проект там и так далее. То есть он мгновенно фактически нас с Владом прочитал. Тут нам пригодилась охрана, могу сказать, друзья, потому что первый контакт Октава и Жиля был наш потенциальный партнер. Я не буду называть ни его имени, ни фамилии, фотографии абсолютно достаточно. Я думаю, что он и посетит и экотехнопарк, потому что вот мы с головной компанией, с Надеждой Геннадьевной Косаревой и Юницким Анатолием Эдуардовичем обсуждали в том числе критерии партнеров, которые могут посещать экотехнопарк. Первое – это группы людей, которые являются нашими активными партнерами, инвесторами и представляют какую-то страну либо город, и они могут соорганизоваться в группу, посетить экотехнопарк. Это будет одно отношение, одно сопряжение именно с рассказом о технологии. И, соответственно, далее это наши потенциальные крупные инвесторы. И после этого, друзья, это потенциальные инициаторы адресного проекта и потенциальные заказчики. Отношение совершенно другое к этим категориям людей, но ко всем, естественно, максимальное человечное отношение, чего я не могу просто сказать против, потому что я неоднократно видел эти делегации. И, собственно, максимально профессиональное отношение со стороны Кирилла Анатольевича Бадулина было высказано и делегации питерской. Как это будет сейчас развиваться, ну, друзья, будем наблюдать, будем смотреть. Так вот, мы с нашим, вот чтоб мне не проговориться, потенциальным партнером, который вводит в обиджание Lamborghini, познакомились, у нас были с собой брошюры, друзья, слава богу, и, собственно, уже наш новоиспеченный товарищ пригласил в свой офис. Это было воскресенье, внимание. Это был крайний день, когда мы находились уже в Абиджане. Была небольшая экскурсия, то есть мы проехались по водному транспорту, увидели вот именно концепцию мостов с метро. И, собственно, вот, кстати, Анатолий Эдуардович отметил по фотографии, что они слишком ли низко располагаются мосты. И, естественно, когда с нашим партнером мы будем обсуждать, это тоже вопрос будет поднят, друзья, чтобы опоры были правильно, друзья, расположены, и предварительные расчеты по новому проекту мы уже сделали, и буквально сегодня мы это все дело передали. Так, друзья, я прошу прощения, сейчас вот может быть шум там и так далее, потому что огромное количество времени сейчас я находился один в комнате, но сейчас, так как находимся в походных условиях, ну, собственно, уже скоро и завершим, наверное. То есть я могу сказать, друзья, произошло настоящее чудо для развития проекта SkyWay в Абиджане. Потому что мы с Владом считаем, что этот человек предварительно, потенциально, мы это будем пробивать, мы это будем смотреть. И мы сказали, что чтобы инициировать адресный проект, нужно также и стать инвестором. Он готов это все проанализировать, готов сделать. Но в воскресенье он нас пригласил в офис, показал, каким бизнесом он занимается. То есть это нефтяной бизнес, это поставка топлива городскому транспорту. И, собственно, все отчеты он нам показал для того, чтобы показать, что он действительно как бы серьезный человек. Потому что, ну, извините, мы тоже представились серьезными людьми, потому что первая попытка Жиля и Октава с ним познакомиться увенчалась неуспехом. Потом подошла уже наша охрана и сказала, что вот делегация международная, Россия и Бельгия хотят с вами пообщаться по поводу непосредственно инфраструктурных проектов на территории Абиджана и в целом Кот-д'Ивуар. И здесь, я могу сказать, уже обсуждались конкретный пассажиропоток, конкретная трассировка предварительно была намечена, и это примерно длина общая, такое вот кодовое название проекта «Лагуна» назовем, чуть более 4 километров.
И, естественно, мы будем это направление запускать только после проверки службы безопасности и этого человека, и всей команды, и только после того, как он поедет на экотехнопарк, чтобы лично убедиться своими глазами в технологии, которая уже у нас реализована. Здесь, так скажем, налит чай, то есть этим мы увенчали на фото наше такое спонтанное сотрудничество, которое закрутилось, и я не исключаю, что это будет одним из стратегических проектов по развитию технологии Skyway на территории не только Кот-д'Ивуар и Африки, потому что необходимо начинать именно с небольших проектов, друзья. И мы с Владом уже со спокойной душой отправились с чувством выполненного долга, что действительно и проект тоже потенциальный появился в Кот-д'Ивуар. Друзья, и так будет с каждой страной по истечению времени, когда мы будем приезжать куда-либо с конференциями, потому что по-другому просто нельзя. И встречаются на пути такие люди, как вот наш партнер, прямо хочется мне произнести. Это, кстати, второе уже имя. Человек, который имеет выходы на королевскую семью Катара. И сейчас, так скажем, его попридерживаем до вот такого массивного уже движения по арабскому направлению, когда настанет апрель. И, естественно, не стоит мешать две страны арабские, то есть и Катар, и Арабские Эмираты. Все постепенно, друзья, и мы это держим в обойме. Все сейчас наблюдают, следят за нашим проектом, и даже появляются вот такие спонтанные партнеры, которых мы встретили в Кот-д'Ивуар. Следующая конференция будет во Вьетнаме. То есть на ней будут присутствовать Франтишек Солар и Владимир Маслов. И далее будет очень интересная премия вручаться Анатолию Эдуардовичу в одной из европейских стран. Мы обязательно сделаем также и, не знаю, насчет прямого включения, и фоторепортаж, и описание. Но я могу сказать, что Анатолий Эдуардович опередил и Шарля де Голля, и, собственно, китайского правителя, одного из таких вот мощнейших китайских правителей, и тайского короля. То есть вот ему хотят вручить определенную премию за вклад в развитие человечества, не побоюсь этого слова. Так что, друзья, вот такой вот вебинар в походных условиях. Мы отправляемся сегодня в свои страны, в свои города. И далее уже Владимир Маслов в четверг на следующей неделе проведет вебинар. Ну а мы с вами будем, как всегда, 2 раза в месяц встречаться, вне зависимости от того, где я нахожусь, и включаться в традиционный технико-экономический вебинар по средам. Но сейчас, друзья, я готов ответить на вопросы. По традиции прошу от 1 до 10 поставить оценку информации, которую вы сегодня услышали, впитали, даже без моего видео, без моего фото. Это для меня такой нетрадиционный формат, потому что когда я включаю видео, я общаюсь и получаю энергетику от каждого из вас, друзья, потому что Анатолий Эдуардович понимает, что самая главная поддержка, и даже вот независимо от того, как будет развиваться проект, это в краудинвестинге. Сила в тех людях, которые поддерживают проект. А, друзья, то, что мы сейчас создаем, это система, это огромная армия потребителей будущих технологий, которые любят технологию, в которую они инвестируют. Вдумайтесь в это, на это уже при выходе компании на публичные размещения, при выходе компании на коммерческие рынки международные обычно тратятся миллиарды долларов маркетингового бюджета, чтобы просто люди начали принимать тот или иной бренд и ту или иную технологию.
Что касается токенов, друзья, я могу сказать, вот появился ресурс neuronix.io. Это один из трекеров, ICO-трекеров, то есть таких ресурсов очень много, которые делают анализ предстоящих ICO. На этом ресурсе я не увидел много, на самом деле, ICO, друзья, то есть это какой-то начинающий ресурс, но что касается информации на нем, кто-то разместил сам информацию, там ведется ссылка на наш ресурс, то есть эту информацию не размещала головная компания, и все, что касается маркетинга, все, что касается продвижения по крипте, сейчас не сделано никаких телодвижений, и телодвижения, друзья, наверняка не буду утверждать, потому что этого направления касаюсь в минимальной своей степени после 25 июня 2018 года, когда передали все разработки непосредственно нашим арабским стратегическим партнерам и головной компании, то есть сейчас ЗАО «Струнные технологии» занимается этим направлением. На днях вот было очень серьезное юридическое заключение со слов представителей головной компании именно в крипто направление, никакой информации, кроме вот этого сайта лендинга, во внешних источниках не было дано на сегодняшний взгляд, на сегодняшний день, друзья, извиняюсь, заговорился уже. То есть вся иная информация, это кто-то сам размещает и, дай бог, будут размещать на ICO-трекерах. Будут пытаться вылить, естественно, много грязи. Да и я и сам сейчас, друзья, абсолютно не берусь давать никакую ни положительную, ни нейтральную, ни какую-то аналитическую оценку предстоящему размещению, потому что, естественно, все мы с вами, друзья, ждем белой бумаги, ванпейджера, для того, чтобы понимать, что за токены, что за экономика токена. Но Анатолий Эдуардович уверил, опять же, на совещании, что готовится серьезный механизм, в первую очередь, серьезный юридический финансовый механизм, который готовится, друзья. То есть то, что было продекларировано, что будет запущен сайт, это было сделано. Опять же, мужик сказал, мужик сделал. Все, что касается белой бумаги, друзья, ну, собственно, ожидаем сейчас, и она обязательно появится в доработанном виде, в том, котором нужно и можно показывать. Все, что касается непосредственно обмена ваших обязательств на токены, друзья, это вы увидели, что все было продлено для тех, кто вдруг не успел. Головная компания абсолютно понимает каждого нас с вами в отдельно взятой личности и ценит действительно, поэтому дает такую возможность. Что касается меня, друзья, очень много вопросов. Я не трогал ни обязательства, ни токены и не менял на токены. То есть очень много вопросов задают, друзья, не менял. Это мое личное сейчас решение, я дожидаюсь документации, но Анатолий Эдуардович действительно, я могу сказать, в разных состояниях мы видели Юницкого, сейчас он в таком рабочем, спокойном настроении, и это доказывает, показывает, что к апрелю мы увидим то, что готовится для шейхов Арабских Эмиратов, непосредственно уже, если говорить в регион Шарджа. И, собственно, вот я не знаю про лакшери исполнение, друзья, но то, что будет продемонстрировано в виде провисающей путевой структуры, в виде пролетов, это будет сделано при тех текущих темпах финансирования, которые мы с вами сейчас, друзья, уже осуществляем. Я не сомневаюсь и не исключаю возможности, что Юницкий на самом деле уже вовсю сам готовит направление гиперскоростного транспорта и гиперю. Анатолий Эдуардович при каждой встрече говорит о программе уже Экомира. И, собственно, я всем рекомендую всегда изучить этот труд, дайте ссылку на описание программы Экомир, потому что это действительно классный документ, и это наша стратегия развития
вектор, посыл на 30-40 лет. И, друзья, ту систему из людей, которую мы сейчас, из людей, из бизнесов, из специалистов, которую мы сейчас выстраиваем, она будет работать не на десятилетия, а на многие-многие десятилетия. И в завершение могу сказать, вот то, что сейчас встречаюсь с различными финансовыми экспертами. Так, я, друзья, не ухожу от прямого ответа, я обязательно отвечу на вопросы. Встречаясь с финансовыми экспертами, и вот вы помните такое вот заявление Анатолия Эдуардовича, что мы делаем бизнес, самый крупный бизнес на Земле, то, что не сделали вместе Форд, Стефенсон и Боинг. Что касается акций компании Боинг, друзья, это консервативный инструмент, и такой, я могу сказать, достаточно стабильный. И что-то мне подсказывает, Skyway имеет право и будет в будущем занимать очень серьезную долю транспортного инфраструктурного бизнеса, предоставляет ту услугу, в которой нуждается все человечество. Друзья, все, прекращаю, отвечаю на вопросы. Швейцарский проект. На сегодняшний день, друзья, по Сан-Бернандино принято головной компанией, как мы и говорили, то есть мы приезжали с определенным соглашением. Сейчас нам необходимо подготовить расширенный бизнес-план. Мы максимально постараемся, чтобы в первом квартале 2019 года у нас уже запустился адресный продукт по швейцарскому проекту. Друзья, еще вопросы? Коллеги. Когда будет включен функционал обмен акций на токены? Юрий, вы имеете в виду в Skyway Capital, верно? Напишите, пожалуйста. По Skyway Capital информацию сейчас не могу дать, потому что ей не обладаю. Также, собственно, и SWIC не может дать информация. Как только, так сразу. Эмиссии токенов тоже, я думаю, будет описано в белой бумаге. Когда токены выйдут на ICO? Единственное то, что я могу сказать, незаконченный продукт головная компания не будет выводить ни на какое ICO. То есть только доработанный продукт, соответствующий требованиям, которые закладывает Юницкий, будет выводиться на рынок. Будет ли чистая прибыль в 2018 году? В 2018, вот честно, мое личное мнение, сомневаюсь, в 2019, возможно, от поступления авансовых платежей уже по проектам. Будет ли еще волна выкупа акций для инвесторов 2015 года? Возможно, но точной информации не обладаем. По российским адресным проектам идут направления Москва и Санкт-Петербург параллельно. Так, коллеги, еще вопросы и... Ну все, коллеги, хорошо, тогда до следующих вебинаров. Строй Skyway, спасай планету.